Добрий вечір, шановна аудиторія, дорогі телеглядачі та радіослухачі. В ефірі спеціальний проект «Лото наживо. Пряма лінія» у студії Олеся Вакуленко. Я нагадую вам про те, що ми працюємо у прямому ефірі, тож у будь-який момент ви можете долучитися до наших обговорень, телефонуйте до нас у студію за номером 050-210-08-98 або залишайте свої коментарі, свої запитання на нашій сторінці у Facebook Live Lot Live. Слідкуйте з нашим ефіром, увімкнувши телеканал «Лот» або на хвилях «Радіо Пульс», та доєднуйтесь до наших розмов. Сьогодні у нас у студії Роман Власенко, перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації. Романе, добрий вечір. Добрий вечір. Хотіла би поговорити про такий захід, який відбудеться вже наприкінці цього місяця, буквально там через тиждень. Це схід «Експо-2017». Що це за захід? Это бизнес-экспо, мы его так называем. Идея родилась у нас в администрации совместно с нашими большими коллегами программы развития ООН. Финансируются мероприятия проооновцами совместно с посольством Великобритании в Украине. Это будет большой бизнес-форум, на котором будут представлены, с одной стороны, это будет выставка производителей Луганщины, ориентир идет на малый и средний бизнес. С другой стороны, это будет такая платформа, такой форум с несколькими панелями, на которых будут интересные выступления. Я думаю, что само мероприятие ориентируется не только на бизнесменов, но и на активных граждан, которые думают о том, чтобы заняться бизнесом. Зараз на якому етапі підготовка? Адже, в принципі, залишилося не так багато часу. Ну, у нас, в принципі, ця ідея родилась где-то неділі три назад. Так швидко, звісно, такі мероприятия не делаются, но, тем не менее, любой опыт – это опыт, и я думаю, у нас оно все получится. На сьогоднішній день вже проведено було несколько совещаний, був презентован этот проект, сделаны информационные материалы, презентационные материалы. Для выставки уже подготовлены и определены те предприниматели, бизнесмены, которые будут участвовать в этом мероприятии. Организаторы на себя берут разработку буклетов, презентационных материалов, организовывают стенды. И я думаю, что в результате мы еще получим такой хороший каталог производителей малого и среднего бизнеса Луганщины, который можно будет использовать на перспективу. То есть эта часть работы завершена. На сегодняшнем этапе идет подготовка как бы второй части, это формирование панелей, формирование направлений, поиск спикеров для этих, для этой части форума, приглашаем гостей из Киева, то есть такой идет подготовительная работа определенная. Ви казали про те, що зараз вже відбір підприємців, бізнесменів, які будуть брати участь, він завершився вже. А як їх обирали? І скільки їх? Ну, на сьогоднішній день підтвердили своє участь 60 підприємців. Цей состав формувався як би з двох частей. Перша частина – це представники територій, яким клич кинули ми через адміністрацію і пригласили поучаствовать в цьому форумі. І частина підприємців – це ті грантери, які отримали допомогу для започаткування бизнесу непосредственно от программы развития ООН, которые хотят поделиться там своими достижениями, своей историей успеха, скажем так. А зараз от їх обирали якось там кожен район, він представлений бізнесом якимось, чи... Ми хотіли цього достичь, я не можу утверждати на 100%, що всі території області будуть представлені, але робота і в цьому направлінні проводилась. Моя, в принципі, позиція була така, що території повинні знайти якісь ізюмінки у себе, там где-то, может быть, в селах, в закоулках, о которых мы никогда, может быть, не знали и не слышали, но, тем не менее, где-то есть какое-то уникальное производство, которое может стать, может, иногда даже и брендом там либо города, либо района, либо области. Плюс, опять же, может быть, вопросы какие-то кооперации. У нас может быть точечно где-то одинаковый бизнес работа, это если их как бы объединить, скооперировать, они, может быть, смогут расширить свои возможности, найти новые рынки сбыта там, и так далее. У нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Назвіться, звідки ви телефонуєте і ставте своє запитання. Добрий вечір, це з Лисичанська. Я от хотів би спросити, коли хтось прийме якісь меры в отношении Сепарського радіо «Победа», которое вещает в Луганске, половина Лисичанська до самого центру і всю вот эту територію приграничну. Потому что сколько вот ещё надо лет для того, чтобы вот
поняли, что, ну, в принципе, это ведется информационная война, и надо что-то делать. Дякуємо за запитання. Ну, с точки зрения технической, сделать это не очень просто, скажем так, тем более, если это мощный такой ретранслятор, который находится в Луганске. Как бы есть несколько выходов из этой ситуации. Еще в Попасной мы, например, устанавливали свои ретрансляторы с этой стороны на той же частоте, на которой транслируется сепаратистское радио. И тем самым глушили этот сигнал. Но тут есть два нюанса. Первый нюанс, я же еще раз говорю, это нельзя сделать против сильных, мощных передатчиков, раз. Второе, ну ничего не помешает товарищам с той стороны перенастроить этот передатчик на одну там долю герца и продолжить вещание. Я думаю, наша задача основная не столько, ну как бы бороться тоже нужно, но нужно расширять сеть радиостанций там или телерадиовещания на своей территории. Ну, один из таких выходов, это вот у нас запланировано строительство ретранслятора в Новойдарском районе, и я думаю, что в этом году один из таких маленьких шажков мы сделаем. Но тем не менее, я, например, созвонившим очень согласен о том, что в этом плане Украина проиграет агрессии, проиграет пропаганде, и я думаю, что нам нужно больше уделять внимание этому вопросу. Но опять же, это может быть тема и для волонтеров, и для местной власти, и для нас в том числе тоже. Ну, проблему знаєте, розглядаєте, да. Варіанти рішення. Я нагадаю, що номер живого ефіру 050-210-08-98. У будь-який момент ви можете долучитися до наших обговорень та поставити своє власне запитання або залишайте свої коментарі на нашій сторінці у Facebook Live, Lot Live. Нагадаю, що на студії Роман Власенко, перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації. І повертаючись все ж таки до підприємств Луганщини і до Схід-Експо-2017. От 60 підприємців, які будуть приймати участь, бажаючих було більше, чи, в принципі, всіх ви прийняли? Ну, смотрите, я даже историю на эту тему расскажу. У нас бизнес, ну, как бы мы все понимаем, есть определенное там недоверие там к местной власти и так далее. Наша позиция, ну, моя лично в частности, была с самого начала участие областной администрации только организационное. Идеология самого форума, финансирование, опять же, ни единой копейки бюджетных средств на это не потрачено. Все лежало на программе развития ООН. На первых порах были вопросы по количеству, но как только уже устаканилась дата, как только начались разговоры, начались презентации, количество желающих начало расти. И я говорю, на сегодняшний день у нас уже ограничен прием как бы заявок, это связано с тем, что презентационные материалы нужно отдавать в печать, и на каком-то этапе нужно было остановиться. Желающих много, ну, по крайней мере, больше. Я не могу сказать, что 60 для Луганской области это много, но тем не менее, как бы для первого раза, я думаю, нормально. К тому же я же говорю, что мы хотим Схид-Экспо сделать как бы брендовым таким форумом, который, во-первых, будет отражать бизнес-среду не только Луганской области, но и Донецкой. Параллельно будет такой форум и в Донецкой области. 21-22 он проходит в Краматорске, 23-24 он проходит в Луганске. У нас единый такой, я же говорю, бренд Схид-Экспо. Просто есть Схид-Экспо LGUA, есть Схид-Экспо ДНВА. И я думаю, если у нас получится, я уверен, что получится, то это будет там либо ежегодный, либо может несколько раз в год мы будем такие делать форумы. И я думаю, что опыт первого форума будет положительный. На следующем форуме будет, я думаю, минимум в два раза больше участников. А есть возможность разместить и показать у всех? Я думаю, что да. У нас как раз по сравнению с Донецкой областью Ледовый дворец это большой потенциал имеет в контексте развития. И я думаю, что на каком-то этапе, возможно, и мы объединим и как бы ситуативно два форума в одном. Возможно, в каком-то из годов в будущем проведем большой для Луганской и Донецкой области в Северодонецке. Может быть, какой-то большой проведем в Донецкой области. То есть, я же говорю, тут потенциал для развития громадный.
Я думаю, вот наша главная задача – это доказать, что этот форум делается не ради форума, не ради мероприятия, что он действительно будет интересным мероприятием. И я же говорю, что мой еще один из акцентов, что он ориентирован не только на бизнесменов, не только на малый и средний бизнес, он ориентирован на активную молодежь, на активных граждан, которые хотят начать бизнес, которым хочется чем-то заниматься. И я как бы обращаюсь к телезрителям, к этой аудитории и приглашаю всех на этот форум, потому что реально будет много интересной информации. Что вони там можуть знайти? От, якщо людина хоче започаткувати свій власний бізнес, вона, можливо, десь сумнівається, є якісь сумніви. От якщо вона прийде, що вона там знайде? От якраз в цьому контексті я хочу пожелати всім таким активним людям використовувати той шанс, який зараз є у Луганщині. На сьогоднішній день у нас багато грантових програм працює, які орієнтовані на внутрішньо переміщених лиц, на місцевих жителів Луганської та Донецької області. Я вот без даже не вспоминая, ПРООН выдает гранты на бизнес, Красный Крест начинает такую программу, Мерси Корпс думает об этом, Норвежский совет по делам беженцев, Датский совет по делам беженцев готовы финансировать. Есть темы, которые там $1000, думают уже о крупных и $10000, USAID-шные проекты есть и гораздо больше. То есть нужна идея, нужен какой-то драйв, нужно какое-то желание, а помощь найти можно. Приглашены банкиры. Понятно, что в нашей стране получить доступный кредит сложно, но тем не менее банкиры расскажут о своих предложениях. Мы хотим презентовать от областной администрации программу удешевления кредитов для бизнеса. Фактически уже положение и порядок разработаны. Но это регуляторный акт, сейчас запускается процедура принятия регуляторного акта. Я думаю, на конец весны мы выйдем уже на документ, который позволит из областного бюджета частично компенсировать кредитную ставку для кредитов для бизнеса. Я думаю, тоже может определенным подспорьем стать. Это будет 5%, который будет компенсировать администрация? Да, да. Кроме того, будут спикеры, которые расскажут, как бизнес развивать, как задуматься и начать, например, бизнес в интернете, какие-то инновационные направления, как сделать логистику, как найти партнера, как найти, там, запустить стартап, инновационные вопросы, как я уже говорил. То есть я думаю, что мероприятие очень будет интересное, минимум там будет всяких таких официальных выступлений, торжественных мероприятий, а в основном будет такое накачка интересным материалом. Можно будет, я же говорю, ознакомиться с выставкой, ознакомиться, будут проводиться там мастер-классы всяких там таких хендмейдов и так далее. Я думаю, я же говорю, мероприятие потенциал имеет очень большой. А это предприятие какие-то есть хендмейд, или просто будет как одна из майданчиков? Мастер-классы, несколько майданчиков предусмотрено, где можно будет посмотреть, чем заниматься. Можно, ну как бы самозанятостью, когда люди своими руками что-то делают и в том же самом интернете этим торгуют. Ви також казали про гостей з Києва. Це будуть от, як це, тренери чи люди, в яких є свій бізнес, вони тренери, розкажуть свою історію. І історії успіху. Ми приглашаємо кілька і руководителів центральних органів виконавчої влади, які займаються питаннями малого і середнього бізнесу. Це річ йде і о банкірах, це річ йде о тренерах, як ви сказали. Це річ йде о почті. У нас, ну, всі знають про те, що теж прийшов новий менеджмент на Укрпочту. Укрпочта хоче розвивати бізнес в Україні, хоче повернути свої позиції, розвиває інноваційні направлення. Я думаю, вони приїдуть, поділяться своїми новшествами, своїми ідеями. У них такий зараз новий лозунг: якщо ви займаєтесь бізнесом, производством, ми готові доставити вашу продукцію. Тобто, я думаю, жару мероприятие буде дуже цікаво. Також, якщо говорити про от людей, вхід буде вільним, чи також треба якась регістрація попередня? Регістрація предварительна нужна була тільки для виставки, для бізнесменів. Для всіх остальних, тобто будь-який бізнесмен, який не приймає участь в виставці, може прийти просто як посетитель, посмотреть, послушати, позадавати питання. Буде предусмотрена кімната для переговорів, як такова. Мало того, ПРООН там має якусь ідею, ще й лотерею якусь зробити, тобто будуть вхідні білети. Ну, я имею в виду, вход бесплатный, билеты никакие приобретать не надо, но на входе будет выдан флайер, который в конце еще можно будет розыгрыш подарков, призов и так далее. Это уже, напевно, чуть трохи ближе до самой даты, так будет відомо. Да. Якщо говорити... Ні, це вже точно, і мається в виду, що я там не знаю, які конкретно будуть подарки і так далі, але це буде вже 100%.
Також, якщо говорити в цілому про малий середній бізнес, який зараз розвивається на Луганщині, зокрема, і завдяки різноманітним грантам, які діють вже декілька років в нас, зараз які в нього є все ж таки перспективи тут у Луганській області? Ну, я, опять же, сторонник того, что ориентироваться нужно как раз на малый и средний бизнес. И вот мы изучали недавно польский опыт, и вообще мировой опыт показывает о том, что малый и средний бизнес, он более мобилен, он более диверсифицирован, он более гибкий, он быстрее, смелее реагирует на изменения на рынке. И даже вот с точки зрения управления, и мы вот сейчас с этим сталкиваемся. Если моногорода, там шахтерские, там железнодорожные, останавливается крупное предприятие, и фактически город умирает. Это и связано с занятостью, и с налогами, и с бюджетом и так далее. То если мы развиваем малый и средний бизнес, то, грубо говоря, потеря одного предприятия никак не повлияет особо на громаду. Но я же говорю, что у малого и среднего бизнеса есть более потенциал, я говорю, в мобильности, в смене направления, то, что я говорю, диверсификация и так далее. Но есть, я же говорю, тонкости, которые ну, сводятся к тому, что бизнесу нужно объединяться, вместе вырабатывать какие-то изменения, их двигать, продвигать и так далее. Я на сегодняшний день готов помогать, готов содействовать и так далее. И этим мы пытаемся заниматься на Луганской области. Зараз чи буде якийсь майданчик, можливо, от як створити бізнес, а як його просувати, як знаходити ринки збуту для своєї продукції? Адже важливо не лише її зробити, але ще й знайти людину, яка її потім все ж таки купить. Я ж об этом і говорю. У нас приглашені представники почти. Будут вопросы логистики, будут вопросы просування в интернете. Мы приглашаем сети, большие магазины. То есть все эти вопросы будут освещены. Я же говорю, будут отдельные спикеры по большинству из этих направлений. И человек, посмотрев программку, я думаю, найдет для себя интересную тему, которая ему будет интересна, понравится и обязательно должен прийти послушать. Зараз чи плануєте, можливо, схожий такий захід, але, можливо, чи то для великого бізнесу, чи то окремо для маленького бізнесу, чи все ж таки це будуть ось такі великі заходи спільні? Ну, я думаю, що у малого бізнесу і у крупного бізнесу різні проблеми, різні у них, ну, грубо говоря, разный к ним нужен подход крупному бизнесу в зависимости от отрасли. На нашем уровне мы ну, не то, что не можем помочь, но он больше ориентирован на правила игры, скажем так. То малому и среднему бизнесу есть с чем с нами работать и чем ему помогать, обратную связь какую-то иметь. То есть подход разный к малому бизнесу, к крупному бизнесу. Форум пока прям так не планируется, но будем смотреть. У нас есть идея создать какую-то такую рабочую группу, либо ассоциацию крупного бизнеса Луганщины, чтобы тоже общаться с крупным бизнесом, понимать, какие у них есть потребности, какие есть проблемы. Ну, просто вопрос в том, что мы, в принципе, понимаем о том, что у нас на сегодняшний день проблемы в энергетической сфере. Мы пытаемся их решить, да, и тем самым мы поможем крупному бизнесу. У нас есть вопросы логистики, это там парк железной дороги, и сами дороги, и парк вагонов. Тоже мы об этой проблеме знаем, занимаемся. Мы знаем проблему крупного сельхозбизнеса. Это цена, это удобрения. То есть, ну, как бы, тут более-менее все понятно. И в основном эти все вопросы адресованы к центральному уровню. Ну, я же говорю, пытаемся помогать. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Назвіться, звідки ви телефонуєте і ставте своє запитання. Пожалуйста, но для нас многих, и в том числе, непонятно, что такое слово «бизнес». Это что, в Харькове купить китайское и тут перепродать втридорого, вот, и тебе разница в карман. Или же свое что-то там делать, но я не представляю, что нам можно делать, но реализаторами работаем, этих олигархом, вот, и потом что-то свое производить и где-то продавать. Ну, как это вот понять, что это за бизнес? Скажите, пожалуйста. Дякую за запитання.
Спасибо за вопрос. Ну, бизнес, в принципе, и то, и другое. Но, опять же, для меня как бы в приоритете все-таки бизнес – это какое-то производство либо предоставление услуг. Торговля, она, ну, в принципе, не может быть приоритетом каким-то таким серьезным. Мы от нее, понятно, никуда не денемся. Но от торговли нету добавочной стоимости, скажем так. Вся ценность именно бизнеса и производства – это та добавочная стоимость, которую он создает. Он создает продукт, он создает экономические блага какие-то, финансовые блага и так далее. То есть наша задача – наладить производство, в первую очередь, предоставление каких-либо там услуг, для того, чтобы и торговля в том числе потом могла чем-то заниматься. Но и с точки зрения международников, и с точки зрения как бы нашей, сама как по себе торговля, тем более торговля продуктами там, питания, ну, это настолько типично и банально, что ну, это как бы естественное такое сопровождение. Если речь идет, я же говорю, о чем-то таких инновационных моментах, это я же говорю, бизнес, там, торговля в интернете, какие-то интернет-магазины, интернет-логистика какая-то, Амазоны, то, в принципе, это тоже может быть потенциал очень серьезный. И мы уже с вами разговаривали о том, что самые богатые люди на сегодняшний день – это собственники социальных сетей, интернет-магазинов и интернет-бизнес. Это, да, так, очень перспективная тема. И почему она не может быть перспективной для Украины, для Луганской области? Тут, в принципі, підприємці, які будуть брати участь, вони в більшій частині це коли підприємство само виробляє продукцію або якісь послуги надає, чи то в інтернеті, чи то в реальні. Ну, я жарю, ще така у нас цільова група – це ритейл, тобто великі сети, які можуть системно працювати, ну, в сфері торгівлі. Розповсюджувати, так, ту інформацію, яку надалі. А я дякую за питання і нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тож у будь-який момент ви також можете доєднатися до наших обговорень. Телефонуйте до нас у студію за номером 050-210-08-98 або залишайте свої коментарі на нашій сторінці у Facebook Live Lot Live. Ми чекаємо на ваші запитання. Нагадаю, що у нас у студії Роман Власенко, перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації. Ну і говорячи і про бізнес, і в цілому про Луганську область, не можемо не запитатися і не згадатися про інформацію, яка з'явилася на цьому тижні, що з 11 березня в Луганській області починають діяти такі додаткові умови, обмеження, зокрема, також і багато домислів, яких навколо цього з'явилося. Все ж таки, які зараз заборони діють? Ну, 11 марта возобновлено деятельность одного там из наших распоряжений еще, по-моему, 15 года о деяких обмежениях в зоне проведения АТО. Связано это с ну, определенным ажиотажем, эскалацией в зоне проведения АТО. Это и, в принципе, и с обстрелами связано, это связано с блокадой, это связано с теми, ну, рисками, которые в этой сфере появляются. На Донеччине много провокаций, связанных с вопросами блокады, с вопросами там, передвижения людей вооруженных. Я думаю, что это вот цепи одной цепи, звенья одной цепи. На сегодняшний день вы знаете о том, что решением РНБО принята полная блокада торговли с временно оккупированной территорией до момента возврата под контроль Украины тех предприятий. Я думаю, что ну, ситуация в ближайшее время может ну, разрулиться, скажем так, в каком-то смысле. Да. То есть, либо это будет блокада уже на государственном уровне, я думаю, что это как бы не то, что правильное решение, но это то, чего добивались люди, чтобы центральный уровень на себя взял какую-то ответственность и принял какое-то решение. Вот это решение принято. И я думаю, что правила игры установлены, и все теперь их должны просто выполнять. До цих обмежень також належить і заборона виходити на риболовлю, також для мисливців заборона. Вона діє на всій території області, чи є якісь винятки? Насколько я помню, охоты в Луганской области нет, рыбалка, речь идет о прифронтовой территории, такая приграничной к линии соприкосновения. В Сверницку, в принципе, навколо Сверницку можно выезжать на рыболовлю?
Ну, я думаю, что да, там никаких ограничений не было. Речь шла, я же говорю, о линии соприкосновения и о тех территориях, которые близки. Ну, опять же, это же было связано больше там с минными всякими вопросами. Это не связано с ограничением ради ограничения, это было ограничение ради безопасности, скажем так. У нас еще один телефонный дзвоник. Добрый вечер. Назвіться, звідки ви телефонуєте і ставте своє запитання. Добрый вечер, меня зовут Александр, я с поселка Новый Дар. Я по такому вопросу, я в том году по осени вам 3 раза звонил. По поводу трассы Счастье-Новый Дар, нижней трассы. Это здесь полностью все населенные пункты и переселенцы моторисующие обещали делать дорогу. Особенно участок между Царевкой и Рогородкой. Сказали, средств нету на этот год. Ну, в этом году хоть что-то сделать, или перевозчики скоро вообще перестанут возить. Автобусы рассыпаются. А эта трасса, она очень нужная. Дякуємо за запитання. Ну, конкретно по этой дороге на 100% я вам не отвечу. Один из участков этой дороги является одним из проектов, поданных службой автомобильных дорог на Державный фонд регионального розвитку. Я думаю, что в ближайшее время мы итоги подведем. Возможно, оно попадется в финансирование. Кроме того, 250 миллионов, я думаю, вы об этом уже говорили, выделено из областного бюджета на дороги государственного значения, общего значения. По-моему, там есть участки, которые и связаны с Новайдаром. Я, в принципе, даже готов конкретно узнать. Телефон пускай человек оставит, мой дадите, и я думаю, завтра я отвечу на вопрос конкретно. Я попрохаю нашего администратора. И я в Фейсбуке тоже тогда, чтобы для общественности. Записати напишу номер телефона, і потім вже поза ефіром ми вам передамо. Я нагадаю, що наш номер 050-210-08-98. І в будь-який момент кожен може зателефонувати до нас у студії, поставити своє власне запитання або розказати про проблему, яка турбує саме вас. Якщо ви про дороги, якщо я не помиляюся, то Луганський обласний автодор вже почав навіть якісь роботи, і вже в цьому році вони були розпочаті. Ну, смотрите, опять же, приоритет для области – это все-таки логистика. Это связано с въездами в Луганскую область с Донецкой и с Харьковской. То есть приоритеты как бы это с Харькова Кременная, Донецкая область, Лисичанск, Донецкая область, туда это Сватово. Второй приоритет – это КПВВ, то есть все равно в контексте станицы дорога Новайдар, Счастье, станица Луганская – это тоже приоритет для областной администрации. Я думаю, мы это будем делать. Но, опять же, все должны понимать о том, что за один год такие объемы не делаются, но 250 миллионов гривен – это, я думаю, рекорд для Луганской области за последнее время именно на автодороге. Я думаю, мы немножко в этом году ситуацию Луганской области подтянем, тем более, что вся подготовительная работа уже проведена по заключению договоров, по проведению тендеров. И я думаю, в этом году мы к работам приступим не в сентябре, в октябре, а в апреле, в май. У нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Назвіться, звідки ви телефонуєте і ставте своє запитання. Района. У меня вопрос такой. По поводу гранта, я понимаю, это малый и большой бизнес. А вот у меня, например, случилась такая ситуация. Мы хотим, у нас есть земля, как говорится, приусадебный участок. Вот, и решили приобрести мотоблок, около 25 тысяч. Обратились в банки. Банки говорят, вот по Украине, пожалуйста, а Луганская и Донецкая область мы не можем. Товарные кредиты мы не можем обслуживать. Вот. Как будут обстоять дела в будущем? Или когда этот вопрос решится, чтобы на подконтрольной Украине работали все-таки товарные кредиты, которые могли бы действительно хотя бы помочь в существовании? Сейчас такое время, что не живешь, а существуешь. А дякую. А можете назвать район еще раз? Немає дзвінка, я, напевно, попрохаю записати телефон, ми потім можемо дізнатися, але в цілому... Во-первых, наскільки я знаю, все-таки кредити в Луганській області видають. Якщо це прифронтовий район, то грант можна отримати, і це доволі, я хочу сказати, це дуже просто. Там не нужно никаких серьезных обязательств.
обращаться, ну, к местным властям. Я имею в виду, что как бы грантеры либо работают через интернет, я их перечислял, это Красный Крест, Норвежский совет по делам беженцев, Датский совет по делам беженцев, программа развития ООН, то есть можно обращаться в эти организации, либо к, в местную администрацию, там, управление экономики, как правило, они занимаются этими вопросами. Если это речь идет не о бизнесе, а просто если это сельская местность, то у нас есть, работает областной фонд кредитования строительства жилья на селе. И этот фонд, он занимается вопросами для не бизнеса, а для частных лиц можно заниматься вопросами сельхозтехники. И можно обратиться в этот фонд и попробовать тоже получить помощь. Дякуємо за відповідь, дякуємо за те, що сьогодні завітали до нашої студії. На жаль, вже час нашої передачі закінчився. Дякуємо, що відповіли на наші запитання і на запитання наших телеглядачів і радіослухачів. Спасибо большое. Ще раз, пользуясь случаем, хочу пригласити всіх жителів Луганщини, кому цікава тема бізнесу, тема розвитку бізнесу, на наше бізнес-експо. Состоїться воно в четвер і в п'ятницю. Програму, я думаю, до кінця тижня ми розмістимо. І ізучайте, приходите. Набирайтесь опыта и запускайте свой бизнес. Спасибо. Дякую за запрошення. Нагадаю нашим телеглядачам і радіослухачам, що в студії у нас був Роман Власенко, перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації. А з вами була Олеся Вакуленко. Побачимося вже у наступних випусках.